17 ноября, суббота, температура плюсовая, где-то 2-3 градуса, небольшой ветерок, 3-5 метров. Ну и вот вчера было минус 0, на этом месте я не собрал ни одного выползка. А сегодня, вот вчера подмели здесь всю территорию, а сегодня я вот собираю вот такого размера, 5-2-3 сантиметровых выползков. И вот здесь вот, где они подметали посередине, где машина прошла, они только с краю подметали, и вот здесь, видите, только закончили подметать, дальше уже не подметали. Здесь вот остались следы выползков ночных, всего некоторые ночью ползали. Ну вот я 60 штук собрал, ну тут уже 61, 62, 63, 64, ну и все это говорит о том, что когда плюсовая температура, выползок начинает мигрировать даже там, где его не беспокоят. Здесь вот его никто не беспокоил. Ну, пойдем туда дальше, там, где у нас дела идут с вермикомпостером, и посмотрим, как там идут дела. Но все равно, там, где беспокоят червей, там они мигрируют, естественно, больше.